Жаркий август обернулся крупными пожарами в Тверской области. Пламя охватило огромные площади лесных массивов. На борьбу с огненной стихией брошены местные специалисты МЧС. Помощь бедствующему региону оказали и курские спасатели. Справиться с возгораниями спасатели пытались с земли и воздуха. В тушении принимали участие несколько воздушных судов. В условиях плохой видимости на труднопроходимых участках людям приходилось работать непрерывно по 12 часов. 20 курских огнеборцев более 10 суток провели в эпицентре пожара. Изменения погодных условий в ближайшие 2 недели спасатели не ждут. Поэтому помощь пожаротушения еще потребуется, уверен Владимир Степанов. Поэтому принимаем дополнительное решение. Уже сегодня вот сюда для тушения пожаров прибудет дополнительно еще 500 человек личного состава со специальной техникой, оборудованием, снаряжением. И это, конечно, станет хорошим подспорьем для продолжение тушения. Проливку горящей местности вели не переставая. Для тушения потребовалось развернуть 4-километровую рукавную линию. За достойное исполнение поставленной задачи курские спасатели получили благодарность от руководства главного управления. Нареканий от руководства не было. Вернулись все живые и здоровые. Травматизма не допустили. Ребятам положено 5 суток на реабилитацию. С семьями побыть, отдохнуть. Ну и дальше опять на бой. А пока в Тверь отправилась вторая группировка курских спасателей. Тарас Степаненко, Инна Зеконова при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области.